Добрый день, уважаемые зрители канала Центр Магнитол. Сегодня у нас в установке автомобиль Mazda 6 2012 года выпуска. Хотелось показать наш монтаж, как она стала в автомобиль. Таким вот образом. Кнопочки штатные у нас поддерживаются, функционируют, переключают все. Мьют, все работает. Также отображается это на штатном дисплее. Громкость в случае регулировки также показывает, как и здесь. И частоту радиоприемника показывает. В данном случае мы установили камеру заднего вида, широкоугольную, с Full HD качество. При включении задней передачи она включается автоматически и транслируется здесь на экране. Такой вот монтаж. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, приезжайте к нам в установочный центр. До свидания.